Всем здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. Мы готовимся к началу матча 14-го тура Малбет первой лиги. Алания Владикавказ примет Хабаровский СКА. Человек с потрясающим дальним ударом. Ох ты, какая ошибка! И удар по пустым воротам. 1-0! И лежит на газоне Помазан, у которого проблемы с ногой, показывая, что по ноге этой ударили, но гол засчитан. Из-за травмы Евгения Помазана это момент у Алании. Опасная ситуация, удар, и Мамов, а добивание это будет, и результативное 2-0. Это Нико, практически как в фильмах «В осаде» со Стивеном Сигалом, только другой Нико. Георгий Биани. И там с ним кто-то еще был. Хорошая подача, удар, добивание. 3-3-3-3-3-0. Алан Багаев. Третий гол в сезоне. Третий гол в этом матче. 4-4. Это может быть перспективно. Прострел, игра рукой. Подача. Скачет мяч, добивание, гол. 3-1. Рукас. Рукас. Были, безусловно, падения в штрафной площади. Хабалов, он ведь и пробить может. И пробьет, и забьет Алан! Алан Хабалов! 4-1! Очередная победа команды из Владикавказа. Победа крупная, победа сверхуверенная.